Приветствую всех читателей портала androidx.ru. Двое немецких разработчиков сделали вполне себе классический Tower Defense. Немного юмора, немного сюжета, хорошая графика и давно знакомый геймплей. Это рецепт, по которому немцы готовили Swamp Defense. Вам предстоит защитить свое фермерское хозяйство, территория которого заражена ядерными отходами от разных монстров. На борьбу с чудовищами вышли все, от мала до велика. Для обороны своей земли фермеры взяли первое, что попалось под руку. Дед вооружился кремом для протезов, отец взял в руки сварочный аппарат и бьет проходящих монстров электричеством. Мама экипировалась сковородкой, старший братец получил непонятное, но довольно скорострельное оружие, ну а младшему выдали базуку, оружие явно по годам. Вот таким вот набором башен вам и предстоит обороняться. Пока по дорожке к ферме ползут видоизмененные радиации чудища, вам предстоит разместить вдоль их маршрута персонажей, так чтобы чудики не пересекли карту живыми. Здесь уже не обойтись без навыков стратега. Swamp Defense – это старая, добрая, классическая аркада, которая понравится как новичкам, так и опытным защитникам. Познакомиться с игрой можно с помощью бесплатной лайт-версии, которая имеет небольшие ограничения. Чтобы полностью насладиться всеми прелестями, которые придумали разработчики, придется расстаться со 100 рублями. Но, по-моему, это не так много.